внутри в помещении, значить таким вот раствором виншопоруе, потому что на дворе минусовая температура, и пішов дождь, такие махонькие, но вин все равно моросить ляпая. Значит, такие растворы я делала: цемент, речковый песок, добавила туда пачку извести, потом же мелкие опилки, я их залила кипятком, вот, и це все так перемешивалось, и получилось вообще прекрасно, так как пюрешечка пухнастенькая. И вот набираю я ведро, несу в помещение, накидаю уже почти, что як затягиваю стену. Вот, и выходю на дверь и опять же включаю бетономешалку, чтобы цей раствор, він как бы, конечно, не затвердіє, но каждый раз делаю замес. Минутку прокрутила и опять набираю ведро. Мені цього не хватит. Завтра придется опять делать с утречка замес. Так что, друзья, осень, зима, день короткий. Приходится работать еще, когда на дворе темно. Ну, сейчас уже, наверное, часов 6 вечера. Доробляем раствор и идем уже туди в дом. Без никаких наймов. Никого не нанимаю, делаю все сама. Вот как сама бачу, как сама чувствую. Вот как мне так надо, так и делаю. Мне ни один мастер, ламастер не сделает так, как именно надо мне. Вот это ж моя такая болезнь. И это нехороший такой фактор у женщины, что все должна сделать сама.